Бай. Баттерс, не уходи. До сих пор не могу осознать того, что Элис Баттерс я оставлю и не увижу. Всем привет, с вами Вика Блис, и сегодня я с Элис и Баттерс едем в поезде. Но в последний раз мы ездили 1.5 года назад. Я тут уже приготовила перевозки. Это перевозка Элис, а это перевозка Баттерс. Короче, сейчас будем укомплектовывать девчонок и поедем. Элисок, значит, теперь пойду. Первую я решила засунуть в перевозку Элис. Не возмущайся. На камеру ругается. Залезай, молодец, собака. Ой, она мне уже копается. Анка, свободу, свободу попугаем. Она такая, офигеть, что произошло? Я там давным-давно не сидела. Я взяла пеленку, постелю Баттерс на всякий случай. Элис, покажи мне, что сделаешь. Я надеюсь, она себя будет хорошо вести в поезде. А котик-то смотался? Котика нет? Нету. Котик спалил нас сразу. Котик вон прячется. Идем ко мне. Прижалась к полу аж и не хочет идти. Она не любит поездки. Но поезд она, конечно, любит, но залезать в перевозку это вообще не хочется котику. Заходи, заходи. Ох, все, зашли в лифт, спускаемся. Элис очень непривыкшая к перевозкам, поэтому сильно возмущается вот этот носик вредный. Элис, ну все, не жалуйся. Баттерс у Дениса такое клевое. Мы идем с Элис, я ее несу, а Денис несет Баттерс, потому что обеих нести очень тяжело. Баттерс весит 6 килограмм, Элис 5. Короче, тяжеловесы у нас питомцы. Ладно, я шучу. Большие собаки, конечно, весят больше, но все же тяжеловато. Я не объяснила, почему мы едем на поезде. Так вот, мы скоро летим с Денисом отдыхать. Тогда мы еще не знали, что в связи с сложившейся ситуацией мы никуда не полетим. Денис остается дома, в общем, будет видосы монтировать, а я еду отвозить Элис и Баттерс к нашим родителям, чтобы они за ними присматривали и были спокойны, и вообще как в лагерь, короче, едут к родителям нашим отдыхать. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. Приехали на вокзал. В общем-то, выходим. Давайте проверим Баттерс, что он там делает. Кисик. Вот, кисик. У этой перевозки неудобно закрывается это окошко снизу. Она вылезла? Баттерс вылезла? Да, Баттерс вылезла, во. Баттерс, ты опять прячешься? Баттерс, мы уходим. Как увидела, что мы сейчас выходим, она решила смотаться. Вот настолько умный котенок у нас. Котенок. Вот тебе котенок, 100-граммовый. You keep struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep... Мы сейчас пришли в зал ожидания. Элис устраивает истерику, и я думаю, может быть, ей вообще одеть поводок и на поводке ее тут держать. Но я боюсь, что она будет здесь сопрохожей плакать. Ну все. Смотрите, какая красота, сидит спокойная. Ей интересно, что происходит вокруг, поэтому она смотрит по сторонам. Ну, а Элис истерит. Пытается выбраться. Ты как будто в тюрьме, Элис. Надо назвать видео «Элис в тюрьме». Да, хорошо, что Баттерс себя спокойно ведет. Она вообще такая привыкшая, такая сидит в перевозке спокойная. Это у Элис такая истерика, типа «Я не хочу сидеть в перевозке, выпусти меня, я хочу на всех смотреть». Удивительно, что она еще никого не лает. Тут такое просто эхо, потому что она чуть-чуть визжит, и такое эхо тут вообще на весь зал, это капец. Там большая овчарка, которая ищет шла. Элис, на нее давай лаять. Такая собака воспитанная, большая. Да, так посмотрела на этого. Маленького. Типа, ребенок какой-то лайс. Когда у мамки на ногах, да, можно лаять? Спасибо за внимание. Через 2 дня приедет. Да, я уже скучаю. Баттерс, попе не больно? Заходим в вагон.
Ого, смотрите, здесь планшеты, галерея. А что в галерее, интересно, потом посмотрим. Какой освеженный. Да, и пахнет хорошо. Смотрите, как стол клёво убирается. Да, я вот про стол имела в виду, офигеть, типа, зато Элис не будет залезать. Да. Денис прощается с Баттерс, взял ее на ручки, а Баттерс надо бежать, все изучать. О, у нас собака сбежала. Элис, иди сюда, быстро ко мне. И никуда не убежать. Баттерс вон наверху. Вон начала лететь. Ой, Денис, смотри. Ого, Баттерс. Это что за ящик там для тебя? Отдрать. Денис нас провожает в окне. Пока. А Баттерс тут лежит, красавица. Я ей корм положила, чтобы она кушала. Но она кушать пока не хочет, начала нюхать. Распространение заболевания. Мы тщательно готовим каждый состав к поездке. О, Баттерс проголодалась, пока мы ехали. Соблюдать социальную дистанцию. А ты что на проходе сидишь? Перчатки, ты что там уселась? Пошли, идем внутрь. Идем. Отказывается. Идем, заходи. Вон, сходи в туалет. Я тебе пеленку постелила. Давай. Будь здорова. Свет включился, да, Элис? Она, короче, бдит за соседями. Идем обратно, все. Всех с добрым утром, мы только что проснулись, сейчас 8 утра. В общем-то, вот Баттерс сверху лежит, смотрите, какая милота прикольная. Это она сейчас милая, потому что всю ночь она проказничала, она каждые 20 минут мяукала. Где Баттерс? Я начала снимать, и Баттерс убежала. В домик залезла. Ур-ур-ур. Маленькая, ур-ур-ур. О, с носиком потерлась. Ой, ты красотуля. Баттерс приколистка. Смотрите, как красиво с окна. Там зима. А еще ночью вот сюда залезала и начинала драть это все. Баттерс еще только ночью не творила. Драла диван. Залезала несколько раз к мужичку на полку. Господи, а Элис спала со мной тут. Периодически я ее спускала, чтобы она сходила в туалет. Это и пленочка. С туалетом все в порядке, как вы видите. Вот у меня, видите, поводок. Я как бы каким образом-то прикрепила. Вот, видите. И Элис далеко никуда не убегали. Ути, слонца. Элис, на удивление, до сих пор не ела. Сейчас давайте попробуем дать ей покушать. Потому что, ну, она... О, не ест, и все, ну не ест. Ты со вчерашнего дня голодная, Элис, ты в курсе? Кто маленькая вредина? Кто маленькая вредина? Всю ночь урыкала, всю ночь. Она, короче, лежит, спит такой. Вот таким образом, да? А мы с Элис там. Она такая... Вот прям такие звуки. Я такая, Баттерс, руку поднимаю, она посмотрит, такая успокоится. Через 20 минут опять. У-у-у-у. Короче, Баттерс неудобно. На этой полке было наблюдать за мной и Элис. Поэтому периодически она вот так вот уркала и проверяла, что делаем мы. И ей хотелось еще залезть на эту полку по той причине, потому что вот так по диагонали было удобно на нас смотреть. В следующий раз я не знаю, что по диагонали, что ли, брать места. Хотя это как-то не очень, потому что неудобно будет. Человек будет сверху завязать над нами, опять-таки неудобно. Ты что такая спокойненькая здесь? Вот и моя солнышко. Ходила я омываться, брала с собой Элис, потому что иначе бы она тут лаяла. А Баттерс ходит, возмущается, типа, мяу, ты почему меня оставила? Я тут осталась одна денешенька. Элис хочет гулять. Ей прям надо на прогульку. Мы с ней прошлись. Короче, сейчас покажу вам.
пойду, дверь открою. Батрис вот так пусть сидит, наблюдает за нами. Да, кисик? Она уже готова прыгать. Давайте посмотрим, как она это сделает. Ну что, Батрис, готовься к прыжку. Опа, видите, как все просто. Батрис прям такая ласковая. Я сейчас потеряла Баттерс. Начала ее искать. Говорю, Баттерс, ты где? Нет, на одной полке нет. Она вон где лазит. Вон где. Ты что так высоко забралась? Что тебе там делать? А это мой завтрак. Я заказала кофе из кофемашины. Мне принесли сливки. Я сливки добавила. Сейчас буду пробовать. И шримпрол с Макдональдсом. Кто-то хочет поесть мой шримпрол, но не хочет есть свою еду. Кисюля, как дела? Элис, нельзя стола воровать, ты в курсе? Нас тут пылесосили, Батрис напугалась. И сидит там котеночек наш сладкий. А еще мы проезжали очень красивый мост, и я вам его немножечко подсняла. Ты вкусняшки лопает. Дай тебе вкусняшку. Давай. Так, мы уже приехали в Самару. Пошли, 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 пошли. И ничего там не видно. Там ничего не видно? Ну ладно, идем. Короче, вот с этой стороны больше видно Самару. Ну как с тобой идти гулять, если ты себя так ведешь? Осталось ехать примерно 5 часов, тут остановка 50 минут. И тут наверняка кто-то досядет. Так, я тут смотрю в окошко, люди ходят. О, нам дали вот такие карточки, чтобы двери закрывать. В общем-то, очень удобно, то, что не надо ключи. Ну, раздали нам только 62 назад. А теперь тут такой выход интересный, смотрите. Просто на кнопочку нажимается и выходишь. Теперь вот такие туалеты. Это я, это Элис. О, дверь автоматически закрылась, видите? Теперь тут разные контейнеры для мусора. Это для стекла, для пластика и для бумаги с пищевыми отходами. Есть теперь новые раковины. Смотрите, какие раковины. И можно теперь мыть руки. Просто подносишь, и вода сама течет. Не надо ни на что нажимать и руки пачкать. Но только вот на эту штучку нажимать надо, чтобы вода потекла мыло. Так, такие туалеты. Тоже кнопочка, по-моему, сенсорная для смыва. Ну, не заходи. О, тут душ есть. Офигеть. Смотрите, ребят, тут душ. Я в шоке, я не видела. Я заходила только в соседний туалет. Я в первый раз в таком новом вагоне. Обычно как бы свежие были, но это самый свежий, в который я попала. Полтора года не ездила на поезде, и вот такой вагон, в общем-то, попался. Все. Баттерс что-то в этот выпуск прям трется об камеру. А Элис пыхтит, я ее посадила на кровать, чтобы она не выбегала и не лаяла, потому что все равно носиком своим вылезает, а люди садятся, и она этот тяпкать начинает, пихать всех. Тю-тю-путя маленькая. Баттерс, она такая, смотрю, типа, ой, все движется. В окошко глядит. Стало сразу светло, потому что мы стояли под навесом, под большим, и поэтому были большие тени.
А к нам никто не сел, и мы снова едем одни. Я вообще планировала купить все купе, чтобы не ехать ни с кем, но мне повезло, что с нами ехал мужчина, получается, он сел вечером, до утра в 5:30 он вышел, и все остальное время мы чисто одни. Будут такие мелкие остановки, там на минуты две, и все. Я надеюсь, больше никто не сядет, и мы так и доедем спокойненько втроем. Короче, круто. А еще Элис начала воспринимать купе как свою будку, и из-под нее на всех тявкает. Ну, короче, пес решил, что он здесь самый главный, а мы с Баттер здесь просто у него в гостях и на всех лает. Перед подъемом полки поручень сложить. В смысле, она что, поднимается? Короче, Баттерс, тебе, наверное, закрою снова, чтобы ты это не пугалась, это было привычно. Здесь, смотрите, сейф. Это первый сейф. Здесь просто полка для полотенца. Третья. У нас тут еще один сейф, прикиньте. Интересно, а здесь сейф есть? Здесь тоже сейф. Здесь 4 сейфа, я так понимаю. Да, и тут сейф тоже есть. А еще здесь пленку не доубрали. Ну и, конечно же, стол. Смотрите, он вот так раскладывается. Это очень удобно, когда ты садишься, ноги, короче, не задевают. И плюс за ним удобно очень сидеть. Он такой под дерево сделан. Короче, прикольно, стильно выглядит. Элис, ну-ка лапу убери. Сейчас я соберу. Так он собирается. О, нифига, он еще может вот так класться. Здесь у нас розетки. Здесь две розетки. Тут две. Специально 4 розеточки сделано. А сверху здесь у нас USB-порты. Здесь 2. И с другой стороны тоже 2. Это кнопка экстренного выхода. Здесь включается свет, выключается. Здесь тоже что-то со светом. Здесь можно вызвать бортпроводника. Ой, бортпроводника, просто проводника. И вот эта штука просто вот таким образом складывается и убирается. Я сюда, кстати, вот камеру ставлю, чтобы снимать удобненько. А то раньше вечно головой бились. Вот так вот. Вот единственный момент. Вот так. Дверь до конца не закрывается, видите? Здесь такая штука, пипка. Вот. А вот сейчас до конца закрылась. И вот в этом случае она не защелкивается до конца. У кого-то глязь подтекать начал после вкусняшек, да, всегда? Слово вкусняшки кто-то услышал, но я тебе больше не дам, у тебя аллергия небольшая есть. Все по чуть-чуть, и давай корм кушай. Ну, потянуй меня. Ну, понюхай меня. Ну, Баттер. Не бойся. Я сейчас хочу перевернуть обратно свою стулю, чтобы было удобнее сидеть. Так, и что, рисочек, давай я тебя перекладу сюда. Ты, короче, тут пока побегай, ладно? Все, мы теперь будем сидеть на красивом месте. Давайте я сейчас специально выйду и поставлю камеру, посмотрим, как будет себя вести Баттерс. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. У меня такое чувство, что Баттерс в этот раз вообще никак не отреагировала. Просто сидела на своем месте, мылась и все. А до этого, пока камеры не было, она всегда меня встречала с мяуками и начинала меня искать. Вот раз киса... А киса она подставщица, и вот я знаю это. Это что за красивая лапочка балерины Баттерс? Ой, мое золото балериночное. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I... Ущали и ущнюля. Про меня начала говорить, сразу улыбалась. А там, видите, поезд едет. Достала ноутбук, чтобы порисовать превью на iPad. Вот, превьюшка. Короче, не знаю, как сделать лучше. Тут еще то, что поезд немножко трясется, а мышка постоянно вот так двигается, и невозможно нормально рисовать. Короче, тяжеловато. Сейчас вам покажу Элис и Баттер, что они делают. Элис спит вот таким комочком рядом. Ей надо именно облокачиваться на меня, потому что так спокойнее спится, да, Элис? И Баттерс
Ой, ну все еще тут. Моя красавица. Я уже приоделась. У нас сейчас остановка в Бугуруслане. Всем привет, кто с Бугуруслана. Баттерс перелезла уже на другую коечку. Скажи, туда-сюда бегаю. Нам осталось ехать 1:50. И я до сих пор не могу осознать того, что Элис Баттерс я оставлю и не увижу 3 недели. Мне так грустно становится. Я так, ох, знаете, сижу так параллельно чискую, Элис поглажу, бой. Я решила потихонечку начать собираться. Я буду сейчас собирать корма. Снова все закрываю. Специально такие вот пакеты. Zip-лук, по-моему, закрывашка называется. Собираю мисочку. У меня складные миски, специальные дорожные. Одна побольше, другая поменьше. Вот серая больше. Кстати, здесь косточка нарисована. Это говорит о том, что она типа для собак. А это для кошечек, потому что здесь лапка. Ну, я так думаю. Ну, короче, без разницы, кому миски есть миски. Смотрите, как она обрадовалась, да? Нет, мы еще не приехали, Эликс, да? Баттерс, не уходи. Идем с мусором. Баттерс решил у стол проверить. Кисюлька. Козистек наверху лежал, я решила этот... А, я поняла тебя. Ты хочешь запрыгнуть наверх отсюда, да? Да ладно, побудь внизу чуть-чуть. О, ночью она драла вот эту спинку и не давала нам спать. Баттерс, ты туда врядь. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop. Это остановка перед нашей. Мы остановились. Баттер смотрит в окошко. Кому-то любопытно, чего там, да, Баттер? Кого там увидела? Давай посмотрим. Чего там? Там никого нет, Баттер. О, там птички. Птички, вон вдалеке птички. Она и птичку видела. Все, мы почти подъезжаем. Я сейчас собираю Элис Баттерс, и мы едем. Так, я уже сняла поводок у Элис. Теперь давай я пошли. Мне предлагали помощь, но я отказалась. Надо было согласиться. Элис у моей мамы, а вон Баттерс впереди идет. Тут Элис, тут Баттерс. Так. Баттерс, привет! Он мне сорвал. Баттерс убежала. Баттерс, все, Элис, приехали. Все, вы... Ой, Элис как пить захотела, а в поезде не пила почти. Элис вообще пить захотела, не знаю как. Ты чего? Мы же сладкие. Ну все, вредина, Баттерс. Давай пока, фоко.